Начальника Троицкого ГИБДД, который покрывал пьяного коллегу, признали виновным, но от наказания его освободили. Это дело датируется 2013 годом, поэтому по истечению срока давности полицейский освобожден от ответственности. Но звания и пенсии лишиться может. Начальник ГИБДД Троицка Марат Хакимов признан виновным в превышении полномочий. Фигурантом уголовного дела он стал после аварии, в которую попал его коллега. Тогда, по версии обвинения, показания в составленном протоколе могли изменить по указанию Хакимова. О подмене документа сообщил другой полицейский, который изначально остановил нарушителя.